Мы находимся в теплице, где растут помидоры, рассада помидор. Вот хочу показать вам результаты опрыскивания атлетом. Вот посмотрите, какие толстые стебли. Значит, рост приостановила рассада. Вот теперь утолщаются стебли. Рассада становится мощной, коренастой. Очень насыщенный зеленый цвет. Вот, посмотрите, рассада не бледная, не желтоватая, а очень сочно насыщенный зеленый цвет. И уже начинает, посмотрите, выбрасывать соцветия. Вот. А сейчас только 11 мая. Вот, частично мы уже рассаду высадили. И вот эта рассадка еще утолщается и приобретает коренастый стволик. По краю посажен перец ротунда. Вот посмотрите, тоже хорошая рассада. Тоже темно-зеленая окраска перца. Стволики толстые. Здесь другой сорт помидор. Вот посмотрите, тоже такие толстенькие стебли, хорошие, даже вот уже начинает цвести. Значит, атлет помогает, рассада не вытягивается, утолщается и приобретает сочную темную окраску. Я довольна этим препаратом.